Итак, всем привет, с вами я, Павел Первый, и мы продолжаем проходить дополнительную кампанию «Исход Орды», а точнее кусок пролога. Это уже 4-я глава, и она тоже будет нетрудная, здесь нам не придется страиваться, здесь просто нам тупо бегать. То есть как типа по подземелью, как вы знаете из прошлой главы, Трава и всех остальных, и людей, и Мору, и людей, и троллей, и орков взяли в плен, и теперь нам надо отсюда выбираться. Вот. В общем, смотрим ролик. Отсюда вы уже поймете, откуда эти морлоки взялись и почему они именно нас взяли в плен. Интересно, зачем мы им понадобились? Раньше морлоки были мирным народом, но теперь они стали ловить троллей и приносить в жертву. Эй, а орки не тролли? В жертву? Кому? Они начали поклоняться какой-то ведьме. Говорят, она живет в океане, если не приносить ей даров, она уничтожит остров. Что ж, эти купцы не знали, что орков так просто не испугать. Выбираемся отсюда. Мор очень морды, блин. Духи не знают усталости. Так, в данный момент в нашем распоряжении трав и тролль. Займемся этим. Так, вот такие вот морлоки, блин. В бой! Пускай мимо лучше пройдут. Духи не знают. Хотя в любом случае нам придется с ними драться, мимо них не пройдешь. За честь. Куда блин, пойдем? Только не тролля! Так, кольцо защиты плюс 2, но оно не так просто, конечно, вроде дается. Да, вот. Подводные жители. Призрак вселяться умеет он или нет, я не знаю. Духи не знают усталости. Доктор Угар. Так, кстати, духовное око трава не работает под землей. Это не страшно, мне оно как-то не нужно. Я вождь. Так, этого лучше оставим в покое, пускай сидит себе там. Привет, люди, а мы тут мимо пробегаем, главное нас не трогайте, окей? Да, да, вот мимо пробегу, просто оставьте меня в покое, вот. Трупоеды, блин. Вот это жестокие твари. Большой хп, урон тоже не очень, конечно, сильный, но они огромные. Да еще и отравляют, блин. Они отравляют мое присутствие. Займемся этим. Никто не уйдет. Час пробил. Табу. Так. Нет, нет, рано еще сюда идти. Вот здесь янычка. Вообще здесь постоянно пути разветвляются, но один из них всегда тупиком бывает. Сражайтесь, войны, выберемся отсюда. Да, надо вот этим воспользоваться и просто мимо них пройти. Хотя не получится спокойно мимо них пройти. Блин, сейчас этого бугая еще замочит, а нам надо как можно больше войск под конец. Духи не знают усталости. Да. В бой! Лохтаругар! Да. Дабу! Блин, вот там мочилово такое Дабу. Было. Ай, блин, сколько людей! На честь. Надо было воспользоваться и пройти мимо Дабу. Них. Да. Я вождь. Шо? Хозяин? Чего прикажешь? Бугаи пускай отойдут подальше. Лохтаругар. А я займусь ими. За честь. Час пробил. Никто не уйдет. Чего? Духи не что прикажешь? Блин, просто так мимо них не пробежишь. Займемся этим. Займемся, займемся. Даже работники сражались. Бой!
Блин, мана кончилась. Теперь трава мучает. Пробил. Сейчас еще трава подохнет. Займемся этим. Я вот. Все, прям. Знаю, я этот свиток возьму и исцелюсь. Да. Табу. Да. В принципе, можем будет воспользоваться этими духами-целителями, потому что в следующей главе у нас уже будут тролли-знахари. И, насколько я помню, можно будет ставить этих духов-целителей. Но нам они как-то особо не понадобятся, потому что основной упор я буду делать на оборону. Там, в принципе, только и оборона не понадобится, потому что на нас будет нападать огромная толпа разъяренных мороков, блин. Это стрелы. Я вот. Так, есть. Дабу. Да. Никто не уйдет. Мать, еще куча разъяренных мороков. Нет, 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 я не хочу умирать, не хочу. Так, освободите этого пленника. Я вот. В бой! Никто не уйдет! Куда пойдем? Оставь в покое меня! Что прикажете? Оставь ты меня в покое! Что он делает? А, он труп жрет. Не знают усталости. Он же трупоед. Дабу. Локнарош. Так, а здесь развелась такая толпа черных, причерных пауков. Хотя нет, они не черные, не серые. Больше серые. Хозяин? Блин. Время тебе рано дохнуть еще. Духи не знают усталости. Бугаина. Дабу! Никто не уйдет! Черная дала. Нет, блин, я потерял одного орка. Час пробил. Ладно, хрен с ним. Успокоиться с миром. Никто не уйдет! Дабу! Нифига себе, такой здоровый паук под таким маленьким коконом. Так, а здесь надо срочно пробежать быстро. Похоже, люди приняли здесь бой, но удача явно была не на их стороне. Так, да. Чем быстрее пройдем, тем лучше. Вон такая толпа пауков выходит здесь. Я лучше пройду мимо них. За честь. Локтаругар. Терять нам все равно с них нечего, у них ничего нет. Тихо. Займемся этим. Да. Блин, нифига я себе. Вождь. Для детенышей, по-моему, слишком сильно фигачит. Чего хочешь? Локтар! Куда пойдем? Да. Так, стоит тут. Локтаругар. А большие дяденьки займутся ими. Нет! Твою мать! Вонючая змея! Ау! Ау, 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 ау. Блин, еще и пламя. Да стой ты на месте! Придется подлечиться. Некуда класть. Вот так. Духи не знают усталости. Чего? Займемся этим. Блин, я не могу долго на это горящее все смотреть. Куда пойдем? Вот. Хитить быстрее. Вот, так, все, поперли отсюда. Да. Дабу. 5 воинов. Ну, да. Почему так мало? За честь. Никто не уйдет. Да. Дабу. Локнарош. Так, а здесь займем глиняные этим. Големы. А короче, здесь кого только нету. И големы, и морлоки, и пауки, и гновы даже этим. Есть. За честь. За честь. Да. Да, кстати, чтобы выполнить это задание, нам надо освободить 10 пленников. Так, вот это охотничек. Типа
лестнице у ночных эльфов тоже чакрумом кидается. Час пробил. Давай, шаман. Вот теперь-то он полезен. Кровожадность и все такое. Да. Пусто. За честь. Табу. Да, каменные голуби, среди них может что-то быть. Но, по-моему, тут ничего нету. За честь. Так, а вот здесь... Нас атакуют. Табу. Ай, блин, кто меня бьет? Табу. За честь. Черт, это тот здоровый, который станет. В бой! Прикажи. Займемся этим. А? Я вождь. Да. Лок на рожь. Да, нафиг эти каменные губы, пошли дальше. О, стоп, зелье маны. А ну нафиг, у меня полная мана. Эй, вождь, похоже, тут какой-то проход. Может, нам удастся выбраться отсюда? Давайте-ка разберем этот забор. Да. В бой! Некоторые камни можно разрушить. А я не знал. Так, вот гномы пошли. В бой! Вот сейчас преимущество на нашей стороне уже. Привет, паучки! Как вы там поживаете внизу? Так, новые. Что прикажете? Блин. Шаман! Затем теперь преимущество. Все равно хоть на нашей стороне. Но все равно ты увеличиваешь наше преимущество. Так что давай, не стой на месте, ёпта. Да. Так, свиток исцеления, да, то, что мне надо. Духи не знают усталости. Духи-целители? Да, ты прав, они не знают усталости. Так, здесь какая-то у них шахта, походу, вот золото собирает, вагоны такие красивые с золотом. Табу. Табу. Я вождь. Да. Блин, мана заканчивается, шамана. Час пробил. За честь. Тихо. Табу. В бой. Лок на рожь. Да. Лок Таругар. Хорошо, ты Лок-та. Здесь останешься, мы пойдем. Кноу тюремщик. Да. Я вот. То, что, конечно, я слишком много маны сейчас использую, это да. Твою мать! Блин, я всех бугаев потерял. Ладно. Хрен с этим бугаем. У нас еще есть пленники. Так, зато мы получили капюшон хитрости на ловкости разум. С маной проблем немного меньше теперь. В бой! Блин, так бесподобно за камнями затаились. Таругар. Займемся этим. В бой! Чего? Да. Последнего бугая я потерял. Да. Нифига себе, у него копье огромное. Просто. Не бей меня, скелет. Табу. Да. Так, ладно, кровожадность я пока отключу. Да. Так, так, тихо. Я вождь. Что прикажешь? Ладно. Духи не знают усталости. Все равно нападают на меня. Кого убить? Займемся этим. Табу. Так, вот еще да. Шаман. Так, сидеть там, люди. Ну и так просто проходим. Не трогайте, главное, нас. Духи так, не еще знают, один усталость. Шаман, круто. Да. За честь. Да. За честь. Да. За честь. Да. За честь. Да. Займемся этим. Блин, духи. Духи не знают усталости. Что же? Я вождь.
Поиграемся с духами Табу. Немного. Займемся этим. Никто не уйдет! Что прикажешь, все, что пожелаешь? Ёб твою. Чем могу да блин! Помочь? Какого хрена? Да. Нет, здесь опасно. Так, ладно. Займемся этим. Все. За честь. Блин. Я вот. Постоянно теряю кого-нибудь. Хм. Да. Почему нельзя просто по-хорошему обойтись? Займемся Ёб этим. Твою мана, да. Мана. Табу. Так. Bloodlust. Ну, блин, а я вышмал. Приступаю. Духи не знают усталости. Чем могу помочь? Я вот. Сбой! Да. За честь. Чего? Пусть бьют. Стинь драла. И не знают усталости. Никто не уйдет. Бой. Табу. Так. Ну, собственно, и последние пленники. А здесь вот целая... Куча этих засиделась. Так, целебное зелье, целебное. Пригодится. Так, а пока освобождаем этих орков и тролля, который там сидит. Вы свободны, братья мои! Что же дальше? Вождь, Сен-Джина только что увели эти рыбомордые твари. Я пытался помешать их, но их слишком... было слишком много. Они сказали, что принесет его в жертву своей ведьме. Нельзя терять ни минуты. Сен-Джина нужно освободить. Вождь, я чувствую вокруг колдуна защитное поле. Похоже, его поддерживают трое рыболовов. Рыболюдов. Жалкие глупцы. Вы не сможете помешать нам получить обещанное. Сен-Джин! Не расстраивайся, скоро ты присоединишься к нему. Да, вот так вот. Все намного ужаснее, чем вы можете да. только подумать. Так, надо как-то их повыманивать. Сейчас попробую я травм, конечно, рискнуть, повыманивать их. Вот, да, все работает. Все, можем включать кровожадность, конечно же. Да, всех их это слишком глупо выманивать сразу. Не знают усталости. Опасно, то есть. Займемся этим. Давайте идите. За честь. Буду по группам. Духи не чтобы знают не по одному, усталости. А не медлить там. Займемся этим. За честь. Так, есть. Да. Ну, дальше идем сами, не будем медлить. Здесь мы уже справимся. Основной проблемой может стать вот этот морок-чародей. Блин, и охотники вот эти. Которые вот что делают. Кастуют на нас увечья. Духи не знают усталости. Придется очистить наших воинов. Так, есть. Величайшая будет недовольна, если вам удастся бежать. Да исполнится воля ее. Может, ты с ней встретишься. Ну уж не Духи в этой жизни. Не знают усталости. Так. За честь. Вот сколько я помню, из заклинаний... Я вождь. Точнее, из арсенала заклинаний у него есть огненный дождь. Прикажу. Кого убить? Лотаругар. Займемся этим. Надо быть осторожнее. За Орду. Да, я не ошибся. Да. И он убил моего шамана, но сейчас зато с ценой своей я гибели. Вождь. Отлично. Да. Глава выполнена. То есть миссия выполнена. Да. И остается только последняя глава на 20 минут. Не было видения. Ты должен увести мой народ с этого острова. Как он так сначала стал, потом исчез? Утра, у тебя мало времени.
иди же. Но ты и твои тролли должны отправиться с нами. Слишком поздно. Я уже мертв. Тех из вас, кто захочет пойти со мной, ждет много опасностей. Впереди у нас нелегкий путь. Но для такого вашего желания я приму вас в отряд. Мы идем с тобой, парень. Парень, какие крутые. Все, мы съебываемся отсюда! Молитесь своим богам, сухопутные твари! Вам не уйти от смерти! Кто это говорит? Не знаю, но у нас больше нет времени. Эта пещера сейчас обрушится. Да. Ну что ж, вот и все. Остается только последняя глава. Ну а с вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока.